Привет из России, с города Орла. Здесь я сейчас на троллейбус остановке. И автобусы, троллейбусы. Еду на микрорайон. Правда, погода сегодня такая вообще прям очень-очень такая, как сказать, собачий холод. Потому что не просто холодно, а именно так промозгло. Ветер такой, дождь со снегом. Ну, мокрый снег, короче, идет. А на улице, прям видите, слякоть. А вон первый троллейбус, я на нем поеду. Так вроде ничего себе троллейбус, да? Ну все, тогда пока. Сегодня было прекрасное служение. Я думаю, что многие из вас посмотрели уже это служение или посмотрят. Ну все, благословение. Привет из России, с любовью, с Орла. Пока. Буду идти в троллейбус. О. Ну все, пока. Ребята, самый лучший в Орле троллейбус. И мне попало как раз на нем ехать. Всем привет еще раз из Орла. В таком виде репортажа после служения как раз сегодняшнего воскресного я еду домой к родителям. Вот нас пролез. Вот так. Ну что, шалом.